Minnesota. 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 Stop the war. 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 Чтобы был мир, размышлений просто пришли к такому очень-очень простому вот решению. И сейчас во всем мире сейчас проходят, естественно, такие акции русскоязычные организовывают. Я не знаю, в каждой стране у нас контакты там с каждой страной есть, конечно же, с нашими соотечественниками. И вот они сейчас с огромными флагами выходят уже по всему миру. Путин выстроил флаг вместо нашей страны, потому что и Россия тоже немножко моя страна, 18 лет я там прожила. Понимаете, это невозможно, то, что происходит, просто невозможно. Но он это сделал, и он продолжает это делать. Они ведь идут сейчас по нашей земле, по моей земле. Они убивают наших людей. Пожалуйста, помогите Украине. И помогите россиянам. Помогите им осознать, что они оказались предателями человечества. Убийца! Убийца! Это нечисть какая-то, наша сердце плюет. Я поступаю. Я его открыл, завтра
Во всем мире, чтобы вышли и каждый день выходили.